входящий в Ростех холдинг Росэлектроника приступил к тестам миниатюрных камер для технического зрения, которые могут стать заменой импортных аналогов. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, камеру создали в научно-производственном предприятии «Пульсар». Гендиректор НПП Сергей Боровой отметил, что использование отечественной электронно-компонентной базы в новых камерах «Пульсара» позволит оперативно проводить техническое обслуживание и замену существующих систем машинного зрения. Кроме того, предполагается возможность использования таких систем на предприятиях, где запрещено применение иностранного оборудования. Новая камера может стать основой для создания пульсаром собственной системы технического зрения с использованием технологии нейросетей, способной контролировать до параметров производственного процесса. В Ростехе подчеркнули, что разработка отличается низким энергопотреблением и малым весом, составляющим грамм. Камера способна непрерывно работать более часов, записывая на сервер потоковое видео с разрешением пикселя. В настоящее время камеры проходят испытания, результаты которых определят будущее серийного производства. Ранее мы писали о том, что московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки, заменяющие импортные аналоги.